Екатерина Шпица может похвастаться не только успешной карьерой, но и бурной личной жизнью. Известно, что до популярности у актрисы была интрижка с Алексеем Паниным. Затем, в 2010-м, звезда вышла за актера и каскадера Константина Адаева. Увы, союз оказался непрочным и распался вскоре после появления наследника. Следующим избранником знаменитости стал Мариус Вайсберг. Ходили слухи, что именно из-за него Шпица рассталась с мужем, однако через некоторое время влюбленные разошлись. Много лет поклонникам оставалось только догадываться, что же происходит в ее личной жизни. Лишь в 2018-м все тайное, наконец, стало явным. Общественность узнала, что актриса помолвлена с новым возлюбленным, бизнесменом и фитнес-тренером Русланом Пановым, а в 2021-м пара связала себя узами брака –